В общем, сегодня я решил ответить на вопрос, как перепрыгнуть шип в этой замечательной игре. Я не знаю, это довольно-таки сложная тема для разбора. Я подошел к этому очень серьезно. В общем, давайте уже приступим. Итак, зашли, ставим на паузу, чтобы внимательно изучить нашего противника. Можно даже чуть ближе подойти ща. Так. Так. И внимательно его изучаем. Просматриваем внимательно все траектории, которые просто возможны. Просто рассчитайте каждый миллиметрик. Это довольно-таки сложное занятие, но оно, думаю, вам поможет. В общем, сейчас я попробую сам это сделать. Это очень сложно. Так. Бля, почти. Так, опять на паузу. Бля, не видно ни хера. Так. Сука, опять поздно, блядь. В общем, так. О, отлично, замечательный. Его видно. Отлично. Так, если так посмотреть, то траектория падения, ускорение частиц равно... Блин, геометрию херово знаю, но ускорение частиц, масса, силы... Короче, надо поближе подойти. Блять, сука, не вышло нихуя. Так, ускорение частицы, массы, геометрия, литература. Все, со мной сила. Погнали, ребята. Я надеюсь, у меня получилось. В следующем гаде я расскажу, как перепрыгивать следующий шип. Всем пока.